1, go ahead. Affirmative. Copy. Wanted to make sure you guys are showing that scenario. I wasn't showing in the wing until I reported it, sir. Alright, Tiger 601, affirmative. Also, the contact at 102 is overhead. I'm showing is now track 3073. He is positive that it is not a surface contact. However, he's still showing it as a single flashing light and unable to see the wake of a scope or the submarine sail. I'm going to have him look at 2 more contacts and then come back to this one to see if we get any more ID on it. Tiger 01, copy the 11. 102 Tiger, the contact I want you to look at, there's a pointer on mid. Bruh, 05018. 102 Tiger, roger, I'll try to send it to you again. 102 Tiger, the track is 024 for 10 miles. And 102 Tiger, this is a late track as far as how long we've been tracking it. And right now I'm showing intermittent paint beneath it. Freddy Tiger passes the front seat looking for you. Tiger shows that track off your nose 3 miles, 004, 3 miles. Are you showing any radar underneath? Tiger, copy. 132 Tiger, let's go back and take a look at that flashing nasty light and see if we can see anything. He now bears 261 for 14 for you. Track 03073. Ike, Tiger 601. Ike, Tiger 601 is dropping track 3123 from the link. We just had 132 fly in the vicinity of track 3123. No joy, nothing there, either on his radar or mine. I'm going to send it back to look at that flashing light, track 3073. I'll copy. Tiger, copy. Can you tell if he's moving? Tiger's showing the same. Still difficult to tell if it's actually a buoy or a vulture. 612 Tiger, the contact is brought 214 for 25 from you, sir.
Хеликоптер тебе сказал, и на институтку повернешь, блядь, а на Хрещатик 16. Thank you.
очень заводит в Сочи, забирает все цепи. Где машины выезжают, там он и заходит. Thank you.
Как понял, я прием. Точку подбили.
высоты захватите пару сельских земель. Отделите собой горизонт. Их прикрытием находиться в доме. Вот такой вариант посылки тебе предлагаю. Ты понял прием? Понял вас, понял. Людям, которые здесь в этом районе находятся, им полностью чечены, не чечены. Мы им главное, они на это не пойдут. Не пойдут на это. Как вы меня поняли, прием? Успокойся, я понимаю твое состояние. Я сам в таком состоянии, вот целый день живу. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно найти диски танцмена. Там в клуб где-нибудь перебежными маленькими группами прикрывая друг друга. Как человек ползет, как стреляет. У нас 2 300-х, 1 200-й. 13 его осталось. Нас осталось мало, плюс у нас еще вооружение с тобой, вооружение. Ты предлагаешь, я не ехал тебя послать. Ехал послать, сейчас понял прием. Ну все, мы будем решать сами, будем решать спас сами, спасибо вам за помощь. По ним работу, да? Что меня? Как так слово? Все. Что ты знаешь? Пулемет по зданию! По зданию работай, пулемет! Делайте это. Не делайте, не надо. Лучше, чтобы мне как гость приезжали. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. А я не могу быстро начальник отдавать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, чисто желаю, чтоб ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Первый 104-й прием. На приеме. Попрости, сержаньки, за это не пройдешь, не пройдешь. Пытайся развернуться вправо влево. Типа вы по улице Маяковского пошли. По улице Маяковского. Доложи, что у тебя прием. Ведем огневой бой, ведем огневой бой. Веду огневой бой. А что идет помощь, но где пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали. Идет поезд. ОМС, ищите, все танцы, все пехот, ищите. Походу на них делайте, ищите их, ангелы совсем. Так.
задние. Стул. Прежде. Один прием.